Петраков Данил Викторович. Собираюсь прыгать. Сколько тут метров? 53. Кажется, что 63. Через правую руку ко мне спиной. Вот так, разворачивайся ко мне спиной. Ты хочешь сказать, что я уже должен сейчас прыгать? Нет, еще нет. Я тебе объясню, как нужно держать, куда. Давай еще немножко поволнуй. Да, не вопрос. Вот, дай, вот так будешь держать руку, да, так перекладину начертишь, направление прыжка как смотришь, так и прыгаешь прямо. Все, вот теперь мы можем постоять, только долго не стой. Конечно. Как ты? Тоже жена подарила? Или брат? Да нет, я поехал. Посмотреть вообще на него поехал, еще засоблазнился. Ну, подходи на самый край, на команду прыжок, прыгаешь руки к турнику. Подожди, дайте мне еще снижься на точку. Ты стоишь, чтобы попуск сделать. Сказать, что я прыгаю, да? Чтоб ты успел веревку кинуть. Тихо, господи, ты меня сейчас слышал? Подходим на самый край. Руки в стороны. 3, 2, 1. Прыжок. На прыжок ты прыгаешь. Ты вообще можешь не говорить со мной. Просто прыгай. На команду прыжок. И прямо. Ну, так, не рука не заденет туда? Не заденет. Даже не смотри туда. Вон туда смотри. Вот, так, вот такое положение. Все, давай еще. У меня сердце колотится, удара 160 наверное, в минуту. Удар, подушка. Давай, ты готов? Смело. Ну, готов? Подожди, нет еще. Планочку представь, на тебя концентрируйся. Все, направление ты верное выбрал. Я готов. Даю отчет. Раз, 3, 2, 1. Прыжок, толчок. Вообще не страшно! Охеренно! Женя, прыгай, не страшно вообще! Вот так вот, блядь! Самое главное прыгнуть! Адреналин отходит на пару лет вперед! Так что прыгайте, не бойтесь, ребята! Абсолютно безопасно, и даже не дергать ни капли. И даже рукой задержать не больно даже было. А веревку, когда она расправилась. Женя думает пока. Молодец, решился, прыгнул. Угу. Как ощущение там? Со всеми страшными? Да, да, отлично. Ну лучше, чем с веревки. Ой, с резинки. Лучше. В смысле, с бейсом? Да, да, да. Ой, ну, за ноги, да? Да, за ноги, да. За ноги как-то потом голова кружится, здесь нет нормально. Ну страшно все равно. Ну это самый безопасный на самом деле вид. Че, снимаем? Да, да, конечно.